Не с торта буду украшать, вот такой вот насадкой зубчатой, большой звездочкой. Отсаживаю ракушки по низу торта. Вот такой вот маленькой насадкой звездочка. Буду делать цветы по боковым сторонам торта. Делаю такой завиток посерединке, как будто бы маленькая розочка получается. Отступаю немножко места и делаю опять розочку. Вот такие розочки получаются. Теперь вот такой вот интересной насадкой для рюш буду делать интересный красивый узор по верху торта. Самое главное теперь это поставить насадку параллельно торту. И выдавливаем крем. Не спешим, чтобы рюши сформировались. Давно уже очень не работала этой насадкой. Это мне получается идеально. Сейчас я буду делать розы вот такой вот насадкой, средняя роза. Для начала отсаживаю кремовую шапочку. Делаю верхушечку и начинаю отсаживать лепестки. Сначала их накрываю друг на дружку. И затем понемножку открываем лепестки. Вот такая симпатичная роза получается. Мне очень нравятся розы и большой насадкой розы, и такие смотрятся очень интересно. И постоянно протираю насадку салфеткой. Можно делать двуцветные розы, будет очень красиво. Допустим, делать серединку желтой, а затем отсадить розовые лепестки. Вот, наверное, можно было бы так и сделать, было бы очень красиво. Вот столько красивых роз у меня получилось.
Сейчас я их буду отсаживать на торт. Посерединке сначала одну. Начинаем отсаживать розы по кругу. Так, чуть-чуть. И оставляем место для того, чтобы отсадить листья. Все пустоты мы закроем листьями. Немножко распределю. Так. Листья буду делать вот такой вот насадкой. Листок широкий. Возле маленьких розочек маленькие листики отсаживаю. С одной стороны и с другой стороны розы. Вот такие розочки милые, красивые получаются. Ну, я сделала, конечно, быстрее, чтобы сначала в одну сторону отсажу листья, затем в другую. Такие шикарные розочки. И отсаживаю листья вверху на торте. Вот такой интересный, красивый торт получился. Посмотрите, как смотрится он сбоку. И вид сверху. Какая получилась красота. Какие шикарные розы.